Звук. Добрый вечер. Ну, сейчас самые маленькие подберутся. Здравствуйте. Слава Богу, что вы все к нам пришли. К сожалению, мы вас не видим, мы только слышим, так что помните почаще. Ну, потихонечку. Начинаем. Потихонечку. Белый, 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 белый
почему-то... Мы уже в прошлый раз говорили про это. Про птичек. Поэтому и программу назвали «Птичий базар». И тут мы любим немножко побазарить. Особенно некоторые. Чик-чирик. Но песни мы не все новые исполняем. У нас много из того, что мы все-таки не можем никак забыть и попрощаться. Поэтому это с нашей пластиночки. Любимая песня «Вызов». Вечный спор между мужчиной и женщиной. Это не про то, что у нас микрофон упал, а про песню. Да нас всех видно хорошо, слышно. Тебя точно, Олег, не переживай. Уж не знаю, как меня. Не пытаюсь отвлечь, да. Смотрите все на Наталью, не смотрите на меня. И никого другого. Я так вас фоном белым сделала. Проблема, которую я озвучила между взаимоотношениями, как вечная неприятность.
знаешь за что. Это чтобы чай не пила она прямо на сцене. А виски нельзя? Он за рулем? Тебе... Приходится чай пить. Да? Дальше? Вы готовы? Микрофон там? Thank you.
Thank you.
Ну все в равном жанре. Про одну по-разному. Про одну по-разному. Вот. Сразу видно, семейный человек. Сейчас, погодите. Это самая отважная песня. Ты просто очень высокий, Олег. У тебя любой ремешок будет короче. Нет, сам это наша любимая присказка, когда, да, Юра подошел бабушка на репетиции. Бабушка говорила, на. Подошел на репетиции, к твоему микрофону встал вот так. Да у него там только рот. Бабушка говорила, большой, красивый, умный малец. Малец? Белоруссия так была. Как большой будет человек? Большой. Большой. Это самое отважное, наверное, самое такая ответственное в нашей жизни. Нет, это совершенно безответственная, душевная, семейная, домашняя песня. Домашнее музицирование сейчас. Кто знает, пусть подпевает в нашем зале, да? Надо слова раздать. Слова все знают наизусть таких песен. Кроме меня. Припев там за следом. Мы споем, и вы повтор с нами. Давайте. А то нам не хватает. Сыграй нам, Вадик! Улетела, кого-то за сердце взяла.
момент взять самый большой духовой инструмент. Когда я плохо себя на репетициях веду, я тут пусть лежит. А Лёха меня бьет вот этой фигней. Да, у нас значительные изменения. Ну так рядом. Значительные изменения в расстановке, даже тех песен, к которым все привыкли. Мы все сегодня делаем не так. Джаз играет? Ну, давай, джаз. И коровы такие. И придет корова из штата Айова. Сердце не камень, кровь не вода. Завтра, возможно, скажу тебе.
театр сегодня. Долго их согласовывали, у нас был очередной репетиционный цикл, достаточно сложный. Вот они мне даже Ширкунок не дают, не доверяют. Ширкунок — это самый ответственный ударный инструмент, и это дирижер. Самый ответственный не дают или самому безответственному? Что-нибудь мы тебя приучим, и там, на фортепиано. Ну, в общем, мы начинаем. Живет типа как Олег.
Я же не про себя. Я уже ее не помню, я только сейчас. Ни в детстве не слышал, стой, да? Дело к ночи.
да? Нужно веселиться. А? 14? 14 не будет. У нас как в старой казарме, да? Анекдоты по номерам, песни по номерам. Наташа, для тебя я отдельно приду спою. У нас у мальчиков сегодня подучие. У меня не певучие, а у них подучие. Выпала батарейка. Песня у нас, остальные вроде как практически все. Ты расскажи. Мне нельзя говорить, мне надо голос беречь. А тебе надо беречь горло. А мне-то что сказать? Дорогие друзья, Наталья Тарасова проделала огромную работу. Пусть собрала. Мне премию заплатят. Дайте ей премию за это, господа начальники. Потому что она собрала огромную кучу полузабытых, но очень-очень хороших, интересных песен. И дала им новую жизнь. И теперь вот они звучат по-новому, совершенно другой аранжировке. И я думаю, еще они позвучат и порадуют людей, и люди их вспомнят, и они будут еще долго жить. Как приложение к моей, как называется, трудовой книжке. Да, вот это параллельная деятельность. Да. Может быть, даже за это наградят посмертно. Как там? Посмертно? Ладно, я еще не тороплюсь. Что награды не скоро. Птица ручная, только вот не труд для меня, и страна моя небольшая, и большая, но не моя. Птицей пролечу.
воробья, кто там спрашивал воробья? Ты кто такой? Орел. А почему такой маленький? Болел. Вот и я болею. Следующая песня моя самая любимая, наверное, из всех, которые мы поем. И я никогда не смогу от нее отказаться. Я все время прямо в детство возвращаюсь, сразу становлюсь маленьким ребенком. Да, сразу же думаю про какие-то наши детские воспоминания, игрушки и все прочее. Да, еще у нас тут самый страшный инструмент, который все наши звукорежиссеры просто ненавидят. Ты будешь синий играть? Где ты видела гусляров? Ой, а мне кажется, что если Олег будет все время сидя, мы будем на одном уровне, да? Там так вам легче. Только выиграет, да. Тебе микрофон будет вторым? А зачем? Я не боюсь. Не хочет петь. Сказала, буду играть, не буду петь. Thank you.
такая характерная. Мы пытаемся все время найти какое-то... Что-то у нас будет... Нормально. Все время пытаемся найти что-то, принести в известные песни свое. Но мне кажется, иногда у нас очень хорошо даже получается. Иногда получается замечательно. Твоими стараниями, Наташа. Че это моими-то? Я тут вообще не участвую. Это все ваше. Я вообще не музыкант, хочу напомнить. Ну. Уже с большим я опытом. Я приобщившийся. А? С большим опытом. Не говорите мне о возрасте, неприлично. Опыт. We'll be right back.
еще дадим возможность если попеть. Если так дальше пойдет, да, барабанщик запоет. А? Если так дальше пойдет, то вообще запоет. Мы всех испортим, все запоют, даже барабанщик. Это несколько песен, которыми мы не можем проститься. Ну, нравится, ну что сделаешь, да? Песни не прощаются с тобой. Песни ты не скажешь, до свидания. Ну, хоть кому-то. Песня не прощается с тобой. Па-па-па-пам. То ли вьюга бьется, да
Наташа поделилась со мной маленьким нашим производственным секретом. Мы его вам не раскроем. У нас следующая песня еще более веселая. Песня, можно сказать, автобиографическая. Особенно первые строчки. Девушки не бывает. Она... А?
Не гадайте, пожалуйста. Поезд будет попозже. Сейчас все по плану. Если хорошо потом попросите, вам да. не разонравится. Сейчас поезд, давай. Thank you.
Ни одна звездочка не пострадала при исполнении этой песни. Это был плавный и мягкий переход к нашей, если честно, последней песне в программе. Это песня «Гимн нашей скромности». Вы сейчас поймете, почему. Вообще здесь скромных не было ни одного. Те, которые заболевали скромностью, куда-то пропадали. Да? Сейчас, погодите, у нас смена пажеского караула. Да? Я могу подержать. Помните, что это гимн нашей скромности, поэтому ничему не удивляйтесь. Да? И снова все о нем называется. Песня последняя, готовьтесь просить поезд. Звезда над фонарем разбитым. Звезда,
Чем разучим с барабанщиком. Да, у нас это подкуп за поезд. Кому-то 20 точка достанется. Сядь в любой поезд. Как ветер, и не заботься ты о билете. Листик зеленый зажми ты в ладони, прошлое больше тебя не догонит. Все бросить и сесть в поезд и уехать.
Танцевать свои звездные танцы, и в соленья стрелялись,
ясный свет в ночи, сердце радостно стучит. Слышишь песенку мою, не молю тебя. Душа не поет, девки оглянулись вокруг, полюбили друг друга, вот тебе и звезда. Вы не плачьте глазки, пусть не сбылись сказки, но живет покуда еще в сердце чудо. Если Я дождусь ответа.